Если вовремя не вытащить занозу, то начнется воспалительный процесс. Чаще всего заноза попадает в подушечки пальцев, и, соответственно, воспаление приходится на участок вокруг занозы. В некоторых случаях воспалительный процесс может затронуть всю кисть руки и тогда, чтобы ее спасти, придется делать операцию. Первым делом нужно хорошо помыть руки с мылом, чтобы грязь не попала на поврежденный участок. Затем необходимо продезинфицировать иглу или булавку, чтобы на ней не осталось микробов. Сделать это можно, прокипятив иглу, или обработав ее в спирте. В крайнем случае можно подержать иглу над огнем, чтобы она прокалилась. Но после этого нужно будет протереть иглу ватным диском, чтобы ушла чернота. Если место около заноза еще не сильно опухло, то нужно взять иглу и ввести ее сбоку от занозы. Не надо сильно углубляться, расширяя рану. Попробуйте воткнуть кончик иглы в инородное тело и медленно начните выводить ее из кожи. Если этим способом не получилось ее вытащить, то постарайтесь обнажить выступающий край занозы от кожи. Теперь пинцетом осторожно захватите свободный край и начните вытаскивать занозу медленно по ранке. Не надо слишком резко ее вытаскивать ни в коем случае не вытаскивайте ее под углом относительно ранки. Заноза может разломаться и тогда остатки вытащить будет намного сложнее. Если кожа уже достаточно опухла, то вытащить занозу будет тяжелее. Чтобы опухоль спала, нужно на несколько часов сделать водочный компресс или садовую ванночку. Когда опухоль спадет, вытащите занозу способом, указанным выше. После того как вы извлечете занозу, вокруг поврежденного места нужно обработать йодом или зеленькой. Не мажьте саму рану, так как эти препараты способны сжигать поврежденные ткани. После этого заклейте ранку пластырем. Если вы хотите быстро и безопасно похудеть, привести свое тело в порядок, зайдите на сайт Атлетик Блокру. Атлетик это научно обоснованные программы тренировок по фитнесу и бодибилдингу, эффективные диеты и планы питания. Атлетик это сообщество помощи и поддержки худеющих.